Всем привет! На сегодняшнем обзоре у нас посылочка с eBay. Заказывал для камеры UI 4K два аккумулятора и зарядное к нему. Цена $18. Посмотрим, что внутри. Так, где у нас открывается? То ли нам прислали, потому что бывает частенько, что они делают ошибочки. Так, посмотрим. Так, у нас идет здесь кабель. Ком-ком. Два аккумулятора. Написано UI. Миллиампер. Ну, не знаю, насколько это верно. Могли и обмануть, в принципе. Так, два аккумулятора. В принципе, я думаю, одинаковые. Ну, и само зарядное устройство. Вот такое вот зарядное устройство. Зарядное устройство, которое сейчас мы проверим, работает ли оно. Как мы знаем, оригиналка идет на 1100 миллиампер. Это у нас 1400. Подключаем. На экранчике появляется. Подожди, они были. В принципе, они изначально и были. Не обратил внимания, такая график. Так, подключаем. Оп. О, загорелось. И пошла зарядка. Наверное, они разряженные, да? Окей. Сейчас второй подключу. Вот так. И на втором тоже пошла зарядочка. Так, сравним его с оригиналом. Вот наш оригинал. Ну, по размеру одинаковые. Немножко другой шрифт. Выполним в другом цвете. Так, а спереди? Та же самая история. Так, 2018, 05-04 произведено. Тут у нас 1200 миллиампер, здесь 1400 заявлено. Ну, попробуем поставить саму камеру. Посмотрим, будут они работать или нет. Что-то туго заходит. Так. Включаем. Работает. 77-76% сейчас зарядки у нас видно. Вот такой вот аккумулятор. Все работает. Посылочкой доволен. Спасибо за внимание.